Давайте разберемся, что же это за зверь такой? Магнитные бури. Магнитные бури – это явление, которое происходит в космосе и влияет на нашу планету. Представьте, наше Солнце, как человек, иногда тоже чихает. Эти чихи – это мощные выбросы энергии и частиц. Только вместо слюны оно выбрасывает в космос облака плазмы. Эти облака состоят из заряженных частиц, которые мчатся через космос. Вот эти-то облака и называют солнечным ветром. Солнечный ветер – это поток частиц, который постоянно исходит от Солнца. Долетая до Земли, этот ветер сталкивается с ее магнитным полем, которое, как броня, защищает нас от всякой космической бяки. Магнитное поле Земли действует как щит, отклоняя большую часть этих частиц. Но от сильного ветра даже такая броня начинает дрожать. Когда солнечный ветер становится особенно сильным, он может вызвать колебания в магнитном поле Земли. Вот эти-то колебания и есть магнитные бури. Магнитные бури могут вызывать различные эффекты, такие как полярные сияния и помехи в радиосвязи. Бывают они и короткими, как вспышка, на несколько часов, а могут и днями тянуться. В зависимости от силы солнечного ветра, магнитные бури могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, влияя на нашу технику и даже здоровье. А виновник тут один – наше любимое солнышко. На нем то и дело происходят вспышки и корональные выбросы массы. Представьте себе, это как взрывы на поверхности Солнца, да такие мощные, что выбрасывают в космос огромную прорву энергии и заряженных частиц. Вот эти частицы, несущиеся с бешеной скоростью, и образуют тот самый солнечный ветер. Достигая Земли, он как кулак ударяет по магнитному полю, и начинаются магнитные бури. Ученые, словно метеорологи, тоже научились предсказывать эти самые магнитные бури. Как? А следят они за Солнцем, как ястребы. У них для этого специальные телескопы есть, которые фиксируют все эти вспышки и выбросы. Зная скорость солнечного ветра, они рассчитывают, когда ждать штормового предупреждения и какой силы будет эта буря. Ну, чтобы мы, простые люди, успели приготовиться. А сильными эти бури бывают по-разному. Магнитные бури или геомагнитные бури возникают из-за взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли. Эти явления могут быть как слабыми, так и очень мощными. Измеряют их силу по шкале от 1 до 9 баллов. Эта шкала помогает ученым и метеорологам оценивать потенциальное воздействие бурь на нашу планету. Понятно, что чем выше балл, тем сильнее буря и тем больше шансов, что она повлияет на Землю и на нас с вами. Сильные бури могут вызывать полярные сияния, которые видны даже в средних широтах. Слабые бури от 1 до 3 баллов мы, можно сказать, и не замечаем. Они практически не влияют на нашу повседневную жизнь и не вызывают серьезных последствий. А вот сильные от 7 до 9 баллов – это уже серьезно. Такие бури могут вызывать значительные изменения в магнитосфере Земли и приводить к различным проблемам. Тут и техника может барахлить, и связь пропадать, и самочувствие у некоторых людей портится. Особенно это касается людей с повышенной метеочувствительностью. Важно быть в курсе прогнозов космической погоды, чтобы заранее подготовиться к возможным последствиям. Надо сказать, что не все люди одинаково реагируют на эти магнитные бури. Есть те, кто их совсем не замечает,
А есть метеозависимые, которые чувствуют малейшие колебания магнитного поля. Ученые говорят, что магнитные бури могут влиять на работу сердца, сосудов и нервной системы. А все потому, что у нас в организме, как провода, электрические токи бегают, а внешние магнитные поля на них влияют. Так вот, у метеозависимых людей во время магнитных бурь могут и голова болеть, и головокружение накатывать, и давление скакать, и сердце шалить. А еще бессонница мучить, усталость валить с ног, да и раздражительность с тревогой появляться. Но важно помнить, что эти симптомы могут быть и от других причин. Поэтому, если что-то серьезно беспокоит, лучше к врачу обратиться, а не заниматься самолечением. Конечно, полностью от этих магнитных бурь не спрятаться, не скрыться. Но можно попробовать хотя бы уменьшить их влияние. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Поэтому следим за прогнозами магнитных бурь. В опасные дни побольше отдыхаем, физические нагрузки откладываем на потом. Пьем побольше воды, завариваем травяные чаи, а вот от алкоголя и кофе лучше воздержаться. Контрастный душ тоже поможет взбодриться, да и на свежем воздухе побольше гулять не помешает. Ну, а тем, кто знает, что такое метеозависимость, особенно важно знать, как себе помочь во время магнитных бурь. Магнитные бури могут вызывать головные боли, усталость и даже депрессию. Поэтому важно быть готовым и знать, как минимизировать их влияние на ваше самочувствие. Так что ловите несколько советов, которые помогут вам справиться с этим состоянием и улучшить ваше общее самочувствие. Во-первых, лекарства всегда держите под рукой. Это могут быть обезболивающие, успокоительные или другие препараты, которые вам прописал врач. Не забывайте регулярно проверять срок годности ваших лекарств. Во-вторых, стрессовые ситуации обходите стороной. Стресс может усугубить симптомы метеозависимости, поэтому старайтесь избегать конфликтов и напряженных ситуаций. Найдите время для отдыха и расслабления. В-третьих, релаксацией занимайтесь. Йога, медитация, дыхательные упражнения – все вам в помощь. Эти практики помогут вам успокоиться и улучшить ваше общее состояние. Регулярные занятия йогой и медитацией могут значительно снизить уровень стресса. Ну и, конечно, правильно питайтесь. Побольше фруктов, овощей, зелени. Здоровое питание укрепляет иммунитет и помогает организму лучше справляться с внешними воздействиями. Включите в свой рацион продукты, богатые витаминами и минералами. И сон должен быть крепким и здоровым. Хороший сон – залог вашего здоровья и хорошего самочувствия. Постарайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день. Помните, что забота о своем здоровье – это лучший способ чувствовать себя хорошо даже во время магнитных бурь. Регулярные физические упражнения, правильное питание и достаточный отдых – помогут вам справиться с метеозависимостью и улучшить качество вашей жизни. Итак, друзья, магнитные бури – это часть нашей жизни, и от них никуда не деться. Главное – знать, как с ними жить. Следите за прогнозами, ведите здоровый образ жизни и не забывайте про консультации с врачом. Тогда и магнитные бури будут не страшны. Будьте здоровы!